И всем привет, с вами Android Fan, и наконец-таки мы продолжаем проходить Симпсона Спрингфилд, и сегодня будет впервые длинный выпуск. Посмотрим еще, насколько он будет длинным, потому что я сам не знаю, в общем-то, как получится. Просто у нас сегодня много планов. Во-первых, обновление у нас тут появилось от 12 вроде декабря или 10, в общем-то, прикольно то, что обновление. Сейчас я вам расскажу, что за обновление. Короче, поставим сюда. Пока стой, пока не надо. Так, вот тут у нас все время с этого... с этой типа елки. Это как бы склад подарков. И нам вот с него выпадают подарки. А из них выпадают подарочные карточки. Если вы помните, то что... Когда у нас был к Хэллоуину, в общем-то, было обновление, там мы собирали привидений и статуэтки. А сейчас мы собираем карточки и какие-то большие подарки, я точно не знаю, как они называются. Сейчас. Мешок с подарками он называется. И, в общем-то, вот такой же у нас, как и было, только теперь... К Новому году обновление. Оставляя мешки с подарками в городах друзей, вноси свой вклад в общий итог. Действуй совместно с другими игроками. Вместе вы разблокируйте эксклюзивные призы. В общем-то, конечно же, как всегда, разблокируем. Также вот нужно 250 карточек, чтобы открыть какую-то постройку. Пока что мы не знаем, что это. Сейчас тут быстренько все пооткрываем. Та-та-та-та-та-та-та. Да, этот, чувствую, будет сильно длинный выпуск впервые. Так, что дальше? Сейчас посмотрим, что дальше нам предстоит. О, тут какие-то большие, ничего себе, пакетики прям. Вот, собрано 250 подарочных карточек, открыт новый личный приз. Eggnog Bar. Так, мы теперь можем его поставить куда-нибудь. Кстати, у нас вот... С достижением 17 уровня и после обновления появилось много всего нового. В общем-то, в основном все за пончики. Новая постройка, это зона малярии. И что у нас тут? Вознаграждение, тоже все за пончики, много чего там появилось. Также вот есть новый раздел, праздники 2013. Но тоже все за пончики. Так, что еще мы сейчас сделаем? Нам нужно в инвентарь. Там у нас вот есть Eggnog Bar. И давайте же его поставим куда-нибудь сюда. Вот так вот это мы сделаем. Ура, новый бар. Так, сейчас заборчик еще можно будет поставить. И что у нас требует сделать? Так, раздавать мешки с подарками. Отправить Гомера лепить снеговика. Давай, Гомер, побежал снеговика лепить. Так, еще что тут? Отправить, так, Лиза тоже иди снеговика лепи. Нет, подожди, нам индюшки не нужны, нам нужно слепить. Так, все. Так, делать снежных ангелов, вроде это. В общем-то, давайте тут пока... Все пособираем, у нас тут повыполняли задания. Может быть, будет скучноватый выпуск, но все-таки длинный. Как-никак. В общем-то, у меня тут есть еще одни заявки в друзья. Одна заявка, давайте добавим этого человека. Кстати, городов как много. Это Android какой-то. У нас есть 13 уровень у него, Блинсис 25 уровень и другой Спрингфилд, не знаю, кто это такой. В общем-то, одна заявка, давайте добавим его. Обработка Рока 981. Все, добавлен вроде бы. И где он? Нужно, наверное, выйти и зайти. Или что, сейчас посмотрим. В общем-то, сейчас еще посмотрим, какие квесты нам предстоит выполнить. И вообще обновление классное, такое зимнее, все красиво, радостно выглядит. Давай синхронизируйся. Победа, собачья радость, ура, мы выиграли. В общем-то, подарочки она вырабатывает. Это наша елочка, чудо-елочка. А, кстати, вот он еще, я не заметил. Индюшка, иди сюда. Так, пособираем. Так, Лиза, что там у Лизы? Отправить Лизу. Она же выполняет уже. Мы сейчас ее не можем отправить. И, в общем-то, нам что-то там нужно много чего понастроить.
Так, Гомер. Да, построить вот золоченый трюфель, помните ресторан, еще давно о нем говорили. Также нужно построить полицейский участок. У нас, кстати, 39 тысяч. Но я, знаете что, я хотел бы сначала расширить территории, но я не знаю, получится ли у нас это сделать. Я хочу открыть вот эту территорию, она стоит... Так, 33 тысячи, у нас 38. Давайте посмотрим, сколько участок стоит. 40. Гомер, так, золоченый трюфель 31. Даже не знаю на самом деле, что и выбрать. Потому что как бы все нужно. Ну, давайте, в общем-то, полицейский участок, скорее всего, построим, потому что он нам как-то более примитивный. А, нам, да, на него не хватает. Но сейчас, я думаю, мы тут пособираем, да, насобираем 100% на него, потому что у нас тут много несобранного добра, так сказать. И построим тогда полицейский участок, потом расширим водную зону, а потом уже построим золоченый трюфель. Да, именно так все будет происходить. Так, все, строим полицейский участок. У нас откроется наш полицейский. И куда его поставим? Да давайте, да, сюда, наверное. Сюда и поставим. Все, ждем теперь сутки, пока он построится. И пока что повыполняем. Кстати, у нас заборчик там остался. Да, три штуки осталось. Давайте наш, наверное... А я не знаю, что закрыть. Давайте нашу, так сказать, елочку, чтобы ее никто не украл. Да ладно, просто для красоты. Я попасть не могу, ё-моё. Вот, бывает трудновато попасть. В общем-то, что я туплю, можно ж эти попереносить. Они же все равно не нужны. Так вот, и все. А что у нас тут еще? Еще больше-то и нечего делать. Лепит Гомер снеговика. Открылись новые герои, только я вот не знаю, кто точно, наверное, в конце. Как всегда. Давайте долистаем, посмотрим, появился ли кто-нибудь. Так, да, вот больше предпринимателей. Вот какой-то предприниматель открылся. Круто, конечно же. Также открылось все много всего украшений. ТТ, елки, видите, в новогодние превратились. В общем-то, все украсилось. Вот такой Спрингфилд мне очень нравится на самом деле. И, в общем-то, давайте сейчас посетим кого-нибудь, что-нибудь им там натворим. Давай, быстрее, грузись. Да, и зима, конечно, великолепное время года. Ты, а куда зайдем? Давай, блинсен. Ждем. Отправляю до 5 мешков с подарками в городах друзей каждый день. Как их отправить, еще бы знать бы. А, вот. Подарки. Раз. Так, еще. А, вот, да, вот мне и накидали этих подарков. Может, мне самому их подкрывать? Да, нельзя. Я могу вот только... Только могу пособирать карточки. Ну, кстати, уже 340 карточек. Неплохо. Давай, короче, собирай и пойдем назад. Кстати, блинсен, хорошо у тебя тут все сделано. Если ты смотришь на ютубе нас, отпишись, что это твой городок, твой Спрингфилд. А мы идем домой и посмотрим, что мы сможем открыть. Сколько нам нужно подарочных карточек, чтобы открыть следующее строение. Грузится все долго. Планшет уже, да, конечно, не мощненький. Так что медленно грузится все. Так, 360. И что у нас там? 1500 какую-то елку, скорее всего, да. Ну, силуэт елки. 1500. Хорошо. Ну, скоро, думаю, соберем. В общем-то, все, наверное, на этом мы закончим, потому что нечего уже мне вам показывать. Я вам все рассказал, что планы какие. В общем-то, всех с наступающим Новым годом. И, наверное, все тогда на этом. Всем удачи, всем пока.